Ух, сколько мне надавали идей для канала. Сколько комментов. Мне это надо прочитать, а то поставить колу. Я больше не буду создавать канал. А мне все равно. Может, потом это сделаю. Это же так трудно. Так что пока в компьютере буду лазить. Через 2 часа. Кажется, фонарь нужен, чтобы наконец-то, чтобы увидеть. Вот фонарь. Ой, что же, ночью мне надо сдавать сегодня ночью. Вот нет, что мне делать? Меня сразу же уволят. Я не успею, ну да ладно. Ух, ну чё? Свет. Ой, как будто кто-то камень свет. А, мой компьютер задавила. Сначала музыку. То есть Америку. Потому что я в Америке. Ну, типа в Грузии, но. Я буду грузинский. Все сделала. Так, все это сделала. Так, теперь математику, да, сделала. Надо же деньги собрать. Где мои деньги? Да, мало денег. Где мой телефон? А, вот. Ой. Деньги. Так. Я сделала. Так, я за. Вот здесь 2. Ну, а в остальном 5. Потому что все связано просто. Кроме этих. Фух, кстати, тебе письмо от Пинки. От Пинки? Как будто это голубое, если что. Так. Ой. Так. Проверим, что здесь. Ой. А, вот. А, тут П, значит, Пинки. Ты сможешь прочитать? Так, я знаю, как пишется на японе, так что да. Прости, Рэмбо, мне у меня есть новая, самая лучшая подруга. Я не знаю ее имени, но ну, теперь я буду дружить с ней. Что? Что, извините? О, тебе будет очень грустно, да? Да мне и сейчас грустно. Ну, она... Ай! Ну как? Да вот так, значит. Давай обратно это положим. Давай ты ответишь. Ну, хорошо. Только фонарь убери. Вот так вот.
так лучше. Вот так лучше. Пишу. Ну да. Напишу, знаешь что? Она знает, как пишет Пегас и радужный Пегас. Так что я ей напишу. Ну и радуйся со своей новой подругой. Я, например, тоже найду себе новую подругу. Тем более она будет лучше, чем ты. Вообще, я буду дружить с Пегасами. Так что все. Я больше не буду дружить ни с каким земным пони. И тебе советую. Кстати, ты написала в письме. А что она еще написала в письме? Ну, сейчас. Ага, она еще написала в письме. Я буду искать не пегасов теперь. Я теперь ненавижу пегасов. О, значит, я напишу. А я теперь ненавижу земных пони. Они такие зануды. Отправишь? Да, конечно. Кстати, ты пегас. Ну, да. Ну, я, впрочем, тебе подхожу. Стоп, ты хочешь, чтобы я с тобой дружила, да? Угу. Вот так вот называется подруга после этого. Удали ее номер. Да нет. Как я тогда буду? Это над ней издеваться. Ты будешь над ней издеваться? Ну да, потому что она нашла новую подругу. Ну и я найду. А давай ты будешь моей подругой. Ой, ну давай. Все, отправляем. Все, мы все отправили. Мне жалко это. Ой, да ладно. Она нашла мне замену, и я нашла замену. Какую? Давай ты будешь замену. Ой, ну окей. Нашлась мне. Пинг. Я пока пойду. Червяки есть. Ребята, если вы не хотите... Ребята, подписывайтесь... Ой. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. Дальше ты говоришь. Окей. Так вот, Оу, ты ушла? Оу, да, она ушла. Так вот, ребята, помогите Пинки и Рэмбо, Мариана, Анна, помогите... Рэмбо и Пинки помириться. Пожалуйста. Мне нужно, чтобы они помирились. Потому что я не хочу дружить с Рэмбо. Но раньше хотела, потому что я сестра Флат. Ну и раньше ее любила. Хотела парой быть. Но я уже не хочу, потому что уже Флаттершай хочет и уже мне сказала, почему. Она должна быть. Вот, короче. Ой, зачем я на фонаре стою? Вот, короче. Ну ладно, пока. О, красный свет. Ладно.